Венгрия завершила строительство второго забора на границе с Сербией. Высота ограждения 3 метра, протяженность 155 метров, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Общая протяженность сербско-венгерской границы составляет 175 километров. Первое ограждение на границе Будапешт построил 2 года назад, когда в страну хлынул поток сирийских беженцев с юга. В стычках с мигрантами венгерская полиция активно применяла водометы и слезоточивый газ. Отмечу, Виктор Орбан выступает против свободной миграции и политики открытых границ для беженцев из Сирии. В марте глава венгерского правительства назвал европейскую миграционную политику троянским конем терроризма.